Впервые на этой сцене в Донецке в таком формате симфонический оркестр музыкальной академии имени Прокофьева, режиссер Данил Милко и специальный гость нашего гала-концерта Юлия Чичерина. Встречайте! Где-то далеко ведут бой в чужих городах наши мечты, погибает любовь и наш страх. Наши голоса навсегда остались во тьме. Где-то далеко, далеко погибать на войне. И опять все готово для того, чтобы рвать, и легко наполнять яростью наши сердца. И плевать, что никто не хотел умирать, нам не жалко себя, а тем более слов и свинца. Нам бы осадить, но мы же все без тормозов. Мы с тобой умрем, как ковбой из бешеных псов. Обними меня перед тем, как меня разорвать. Нам бы осадить, да некому это сказать. И опять все готово для того, чтобы рвать, и легко наполняются яростью наши сердца. И плевать, что никто не хотел умирать, нам не жалко себя, а тем более слов и свинца. И опять все готово для того, чтобы рвать, и легко наполняются яростью наши сердца. И плевать, что никто не хотел умирать, нам не жалко себя, а тем более слов и сердца. Оркестр музыкальной академии имени Прокофьева под руководством дирижера Данила Милко.